Здорово, ребята, как настроение? Отлично, ну тогда сегодня, ребята, мы поиграем с вами в игру, которая называется City Mania. Так, у нас заставочка, на которой какой-то инженер-неудачник не может ничего сделать толкового. Все у него ломается. Он пришел в ярость, хорошенько подумал, сделал суперчерчеж, и вроде бы у него все начало получаться. Так, тестит, и на самом деле все у него великолепно. Собирает свои чертежи и идет куда, ребята? Конечно же, строить новый город. Ну что же, приступим. Ух ты, друг решил заглянуть в наш новый город. Какой еще друг-то? Где друг? Не вижу никакого друга. Ага, вот он. Давайте подойдем и поздороваемся. Узнаем, нравится ли ему здесь. Вау, здесь так красиво, дай 5. Ну на, пятерочку. Милый какой. Вы можете воспользоваться моими строительными материалами для начала строительства. Спасибо. Давайте соединим дорогу с нашей стройплощадкой. Помните, все здания должны быть связаны дорогами, так что стройте их везде. Угу, отлично. Разместите дорогу там, где она должна начинаться. После этого проведите пальцем до конечной точки. Закончив с дорогой, мы сможем приступить к строительству домов. Чтобы начать здесь строительство, перейдите на стройплощадку. Достаньте материалы, чтобы увидеть мое невероятное изобретение. Мгновенное строительство. Ага, вот над чем ты кумекал. И... Отлично, чудесно. Теперь разместите еще одну стройплощадку. Стройплощадки после улучшения становятся домами. Стройте их побольше. Отличный выбор. Наш новый дом будет великолепным. Воспользуйтесь функцией мгновенного строительства для воспроизведения дома. Ой, дружище, сначала нам нужно изготовить материалы. Нам понадобится дерево, которое можно изготовить на фабрике. Давай построим нашу первую фабрику. Не верю своим глазам, наш город так стремительно развивается. Обратите внимание, что из-за работы фабрик в воздух попадает смог, поэтому стройте их подальше от домов. Ясно. Так, перетаскиваем. Ага, вот здесь. Фабрика построена, теперь давайте изготовим нужные материалы. Доставьте 2 единицы дерева на фабрику, чтобы начать производство. Ну, вроде бы как все сделали. Вы можете в любое время изготавливать материалы, а также использовать их для улучшения зданий. И что сейчас будет? Ага, новый домик, видимо. Опачки, и домик готов. Замечательно. Радужный дом. Так, а здесь у нас... Поздравляем, новый уровень. Ребята, я получил первый свой... А, второй. Второй уровень. Ух ты, какие человечки там. Мило, довольно-таки. Так, а это что? Что это за странный запах? Пожар! Я помогу потушить пожар, но сначала постройте пожарную станцию. Так... Пожарная часть обеспечивает безопасность определенной территории. Будьте внимательны при выборе места для строительства этого здания. Идеально. Теперь только дома в зеленой зоне защищены от пожара. Наняв меня на работу в пожарной части, вы сможете защитить еще больше жителей. Ага, понятно. Новоселы могут работать в специализированных зданиях. Посмотрим, какие здесь требуются специалисты. Так, возьмите на работу пожарного, чтобы здание могло полноценно функционировать. Вот так. Новоселы приносят уникальные бонусы. В данном случае это дополнительная охватываемая площадь. Соберите их все. Вот оно что. Фух, мы потушили пожар. Давайте продолжим строительство. Пришло время построить наше первое коммерческое здание. Магазин хостоваров. Я только за. Разместите магазин хостоваров у дороги. Ну, давай-ка вот сюда его поставим. 1500 стоит. Отлично, теперь давайте посмотрим, какие материалы мы сможем изготавливать. Предлагаю начать с изготовления деревянных досок. Для их производства необходимы 2 единицы древесины. Так. Мы можем улучшить один из домов. За дело. Ну, давай улучшим.
Так, отличненько. Как все-таки все здесь быстро строится. Мне это нравится. Замечательно. Теперь давай построим больше домов. Ну, давайте построим. Одновременно можно разместить несколько стройплощадок. Давайте установим все три. Давай. Так, одну, наверное. Давайте в рядочек их все сделаем. Сюда. Второй рядышком. И третий рядом. Вот так будет замечательно. Отлично. Теперь улучшите их, чтобы они стали домами. Так, а как? Нужно, наверное, древесинка. Так, сделали. Еще, и еще. И еще. А предел есть или нету? Все, да, по-моему? Понятно. Ну что же, давайте улучшать. Первый пошел. Второй пошел. Так, что такое, что такое? Ага, мы получаем, ребята, с вами третий уровень. И у нас открылись новые постройки. Ну что ж, давайте глянем. Ой, из-за появления новых зданий уровень электроснабжения города существенно снизился. Давайте построим ветроэлектростанцию. Источник чистой энергии. Я только за. Так, разместите ее там, где хотите, чтобы увеличить энергоснабжение города. Ну, давайте здесь я, наверное, поставим ее. Чем больше домов вы построите, тем больше энергии требуется вашему городу. Пришло время привлечь в наш город новоселов. Для этого собирайте жетоны новоселов. Отправляйте на почту, чтобы получить посылки с жетонами. Вот наши посылки. Это за мой счет. Бесплатно. Отличненько. Давай-ка глянем, что ты нам тут дашь. Так, газонокосилка. Какой-то человечек и еще один человечек. Вы получили жетоны новоселов. Соберите достаточно жетонов одного типа, чтобы открыть. Ага, тут значит надо собирать жетоны, чтобы открыть персонажа. И что теперь? Так. Ура, вы собрали достаточно жетонов, чтобы получить рабочего фабрики. Если вам нужно что-то построить, то мой талант и инструменты всегда в вашем распоряжении. Открывает одну дополнительную производственную ячейку. Немного снижает время производства ресурсов, приносит новое усиление. Ага, все отлично. У него еще оказываются звездочки, ребята. Он, значит, будет апаться или улучшаться, что-то в этом роде. Ну, по крайней мере, я так думаю. Так, ну что же, давайте его заберем. Как его забрать-то? Ага, вот так. Ок, окей. Чтобы узнать больше о новоселах, воспользуйтесь реестром новоселов. Ага, тут еще реестр, блин, есть. Изучите первый навык рабочего фабрики. Так вы поймете, насколько ценным будет его вклад в развитие города. Ну, и нажал. Чтобы открыть еще одну производственную ячейку, отправьте его работать на фабрику. Ага. Так, переместить. Ну, давай переместим. Новоселы приносят уникальные бонусы, в данном случае это дополнительная производственная ячейка. Вам остается только собирать их. Хе-хе, классно. Ну что же, ага, думаю, что пришло время придумать нашему городу название, не так ли? Именно так. И назовем мы его, ребята, City Ray. Это я уже заранее придумал, поэтому так и напишем. Ну вот и название моего города, ребята. Нам нужно больше инвестиций для поддержки развития города. Давайте построим казну для сбора налогов. Так, это хорошо. Давайте построим казну. Вот сюда, значит, ее, да, надо поставить. Отлично. Смотрите, некоторые горожане хотят оплатить налоги. Давайте их соберем. Стройте и улучшайте дома, чтобы увеличить город. Предоставляйте основные услуги своим горожанам, и они станут счастливее. Чем счастливее ваши горожане, тем больше у вас будет населения. А чем больше населения, тем больше налогов. Логично. О, еще один сюрприз. Хочу поделиться с вами. Список заданий. Чтобы выполнить это задание, вам нужно построить маленькую фабрику. За работу. Ну, давай за работу. Так, где у нас тут маленькая фабрика? Ага, поставим ее здесь.
Так, денежку. Я научил вас всему, что знал. Пришло ваше время возглавлять город, мэр. Я мэр, значит. Так, 1500 монеток я получаю. И что, все? Теперь все буду делать сам? На этом обучение закончилось? Постройте дома в городе. 8 штук. Вначале я улучшу этот домик. Так, а ребята, это, по-моему, даже не домик. Если я не ошибаюсь, это, по-моему, какие-то трейлеры, машины. Да, так оно и получается. И вот этот улучшим. Поздравляем. Я, ребята, получаю 4-й уровень. И мне еще что-то тут пооткрывалось. И еще и денег дали. $5. Отлично, спасибо вам. О, кто это такой? Это здание далось нам нелегко, но городская квартира превосходит все ожидания. Пятюню, давай пятюню, блин. Такой счастливый. Так, и что нам теперь делать, ребята? Так, задания, да, какие-то? Больше и лучше. Улучшите 5 домов. Нет, это не то. Так, каска у нас еще горит здесь. Ага, какие-то здания есть у нас. Парки. Парк с голубями, парк с прозрачным прудом и парк с каменным памятником. Не, давайте, ребят, с прудом. Мне он больше нравится. Надо только оценить, куда его поставить. Давайте сюда. Будет самое то, да? Что такое? Не хватает $35. Ядрить его на корень. Да, значит, придется ставить что-то другое. Может быть, парк с голубями? Сколько он? 800 рубликов стоит. Ой, такой малюсенький. Ну, ничего не поделаешь. Давайте поставим. Пускай жители наслаждаются. Главное, что задание я выполнил. Замечательно. Парк с голубями. Идеальное место, чтобы остановиться и насладиться ароматом роз. Пятюню лови. Так, я задание выполнил. Построил парк. А где оно отмечено, что я... Ага, вот, прогулка по парку. 1500 монет. Ну, это нормально, наверное. Что тут у нас еще есть, а, ребята, смотрите. Электрика. Ага, маленькая электростанция. Вот оно что, да, значит? Надо еще куда-то влепить ее. Я просто хочу поставить ее подальше от домов. Видите, она с трубой, значит, будет... О, видите, черная. Это она будет коптить. Поэтому давайте поставим ее куда-нибудь подальше от городского населения. Может, сюда куда-нибудь? Да куда я вообще? Вот, давайте здесь где-нибудь. Почему нельзя построить, я не могу понять. А, можно, просто не показано. Привык, что подсвечивается все время зеленым. Так, нужно, ребята, построить, оказывается, здесь еще дорогу. Ну, давайте. Так, что-то не то сделал, по-моему, да? Так. А, вот как надо тянуть. Вот так вот сделаем. Так, подожди, вот это вот, наверное, было зря. Блин, зря, ребят, надо отменять. Зачем мне... лишний там кусок этот. Так, вот сюда, подождите. Блин, опять, ну вот. Отличненько, и давайте, наверное, здесь заворачивать. Вот, идеально. Великолепно просто. Так, можно демонтировать, оказывается, да? Ну, мы оставим, наверное, так. Ничего мы разрушать не будем. Ну что же, машинки уже ездят, это хорошо. Значит, дорога у нас работает. Так, чем нам сейчас заняться? Звездная сила. Это не то. Тут, по-моему, мы сделали все, что можно, да? Ну-ка, давайте глянем. Магазин хозтоваров. А он у нас стоит? Стоит. Так, это нам не дано еще тут. Школы, библиотеки, колледжи, участки полицейские. Пока этого нам не дают, потому что не хватает звезд. Так, за заданиями все ясно. Подождите-ка, тут что? Ага, у нас появился уже металл. Мы можем делать слитки. Ну, а здесь поставим дерево. Казна. Так, ежедневный налог 1776 золотых. Так, а здесь мы давайте поставим, наверное, деревяшечку, да? Вот сюда ее поставим и... Блин, почему? А, металла нет. Ну, подождем, пока он сделается. Там, в принципе, недолго. А что нужно, чтобы проапать вот эти вот
машинки, так скажем. Ёлки-палки, ребята, это я хочу сейчас научиться приближать и отдалять экран. Да, на мышке это все очень проблематично. Поверьте мне, на мобильнике все намного проще. Там все это делается пальцами. И приближается, и отдаляется. А здесь непонятно, как тут надо сделать. Почему-то крутится все вокруг меня. Ладно, давайте так оставим, не будем пока ничего делать. В принципе, меня устраивает. Вам нравится мой шлем? Безопасность — это главное, но и стиль не менее важен. Такой забавный, а? Пожарник тоже мне. Это я его щекочу. Так. Ясно. Ну что же там? Ага, у нас приготовились деревяшки. И железо. Замечательно. Что мы можем сделать? Так. Запустили еще на процесс. Так, и здесь давайте тоже тогда сделаем деревяшечки. Отлично. Так, я могу здесь что-то улучшить. Отлично. И получаем, наверное, с вами еще один домик. Домик же, да? Нет. У нас улучшились машины. Просто стали они больше и красивее. Так, давайте следующие тогда еще трейлеры эти улучшим. Какие же будут? Поздравляем, вы получаете пятый уровень. Ну что же, меня это радует, ребята. Пятый уровень, это уже хорошо. Постройте в городе маленькую ферму. Ага, постройте биржу труда, чтобы привлечь еще больше новоселов в свой город. Биржа труда, вот она. Давайте ее, ребята, обязательно построим. Я хочу, чтобы у меня город развивался, а не просто так существовал. Заходите на биржу труда каждый день и собирайте жетоны одного из выбранных новоселов. Затем получайте очки благосклонности от других новоселов, выполняя их просьбы. Ну и собрать благосклонность к концу дня, чтобы получить желаемого новосела. Ну что же, в принципе, все очень даже понятно. Деньги получил за задание. Так, а что у нас тут на бирже горит? Ага, можно выбрать, какого новосела получать. Такой шалопай, видать, какой-то крестьянин. Так, а кто еще есть у нас здесь? Ага, Луна Фольк, Джулия, Джош, Уэйн. Я обожаю носить пояс с инструментами на работе в магазине хостоваров. Мне кажется, я ни в чем не нуждаюсь. Так, а кого, блин, взять-то, елки-палки? Иногда я пою серенады арендаторам, чтобы им было легче просыпаться и встречать новый день. В благодарность они бросают в меня ботинки или книги. И тебе это нравится, что ли? Получить благосклонность. Так. Если вы мне... Ага, ему нужно дерево, чтобы он мне... Чтобы он рассказал всем, какие мы крутые. Так, а здесь нужно металл. Вы смотри-ка, какие, а, хитрожопые. Ясно, будем знать, что благосклонность не просто так дается, а за ресурсы. Так, давайте еще раз сделаем. И здесь тоже закажем, ребята, деревяшечек. Вот так вот будет самое то. Так, у нас опять тут, смотрю, можно улучшить. Что теперь? Улучшите дома, 5. Улучшил. Так, что там у нас? Опять все то же самое, трейлеры. Еще даже не домики. Так, можно приблизить-то как-нибудь, чтобы посмотреть поближе. Это все, что я смог приблизить, ребят. Но, тем не менее, или все-таки это уже домики? Нет, это, по-моему, трейлеры до сих пор еще стоят. Хотя, похоже, как на домики. Ладно, ага, можно и это улучшить. Великолепно просто. Поздравляем, вы получаете 6-й уровень, да? Точно. Воу, я еще получил сундучок. Обязательно его вскрываем. И выпадает нам деньги. Так, отбойный молоток. Рабочий и еще какой-то панкуша. И какой-то водолаз. Так, задание выполнили. Еще что ли получаем сундук? Точно.
А что на этот раз? Пила, мадам и строитель. Ну что же, я вам скажу, я вполне, ребят, доволен. Тут еще бесплатная посылка за просмотр видео. Ну что же, ребята, я посмотрел, и мы получаем кого или чего? Так, щипцы. Так, еще какой-то, этот мне вообще неизвестно, какой-то стиляга. Так, ну и больше нельзя. Следующий только через 6 часов. Так, все в свое время. Денег у меня 16 тысяч. Пригласите в город двух новоселов. Откройте любые три посылки. Так, ну это все у нас сделано, да? Так, семечки нужны. А тут-то что такое? Блин, дерева не хватает. Ядрить его на корень. Давайте... А, у нас есть. Так, сейчас должно хватить, в принципе. Давайте закажем еще товара. Пускай делают. Все равно на это все нужно время. Тут по полторы аж минуте. Так, а в хозтоварах давайте закажем еще досочку и, наверное, все. А это кранчик что означает? Горожане покидают это здание, так как в нем нет водопровода. Пожалуйста, восстановите водоснабжение. Маленькая водонапорная башня. Ага, вот оно что. Так, давай-ка вот сюда, наверное, поставим. И все у нас оказались с водой. Замечательно. А тут что? Это фабрика. Где она? Маленькая ферма. Блин, она тоже коптит, ребята. Ее надо куда-то за город. Иначе новоселы опять будут кричать, что им здесь плохо живется. Что рядом загазованность и еще что-нибудь в этом роде. Вот сюда куда-нибудь. Где-то вот здесь надо, ребят, ставить. Это однозначно. Строительство в закрытой зоне. Да нифига, все нормально. У каждого здания должна быть дорога. Да это мы сейчас сделаем. Это не проблема. Так, вот отсюда и поведем как раз. Оп, и заворачиваем. Так, вот так поведем. Нет, вот так, наверное, да? Надо чуть вот здесь. Блин, а поближе нам никак нельзя сделать вот так, например. Нет. Блин, вот надо именно посередине, чтобы столько еще свободного места оставалось. Ладно. Черт с ним, и так пойдет. Что, давай, все, хорош. Больше мне не надо ничего. Ага, закрыли. Так, постройте. Так, маленькую ферму. Ну, это мы сделали. Так, хорошо. Водонапорку я построил. И получаем сундук. 5. Так, какой-то дед. Опять этот аквалангист. Бесплатно. Блин, я хочу, ребята, больше новоселов. Улучшите еще два дома, что ли? Да, видимо, надо еще улучшить два дома. Так, тут можно заказать семечки и каких-то кур, что ли, не могу понять. А это что у нас здесь такое? А, маленькая водонапорная башня понравилась любому критику. Ха-ха, и Петюлю. Как обычно. Молодец. Соточку заработал. Можно улучшить. Замечательно, делаем. Так, отличненько. Ну что же, ребята, на этой ноте я буду завершать эту серию. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось и вы хотите увидеть дальнейшее продолжение, ставьте лайки, пишите в комментариях. А на этом все, ребятушки. Всем пока и до новых встреч. Скоро увидимся.